Всем здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. Меня достаточно давно не было в эфире, я перешла на новую работу, это все стрессово и волнительно, собственно говоря, не до видео и не до чего другого. Самое главное, знаете, обустроиться в новом коллективе и начать работать. Именно поэтому меня здесь не было, но я приобрела кое-какие ароматы, которые сейчас вам покажу. Да, и кстати, микрофон, который я использовала раньше, я приобрела новый, такой же. Поэтому напишите мне, если звук стал лучше. Поставьте лайк вообще, скажите что-то, стал он лучше или нет. Но возвращаемся давайте к ароматам. И знаете, в последнее время я купила большое количество ароматов. Я, наверное, самую малость приторможу и подожду до скидок, которые у нас будут во время Черной пятницы. То есть, может быть, полтора месяца, как-то так, больше ничего не буду покупать. Но сейчас расскажу о том, что приобрела. Если вас интересует обзор какого-то конкретного аромата, дайте мне знать. Самое первое, что я купила, в общем-то, загорелась я идеей приобрести этот аромат прошлой осенью, но все-таки купила его сейчас уже, в этом году. Это Estée Lauder-овский Cinnabar. Вот так вот он выглядит. Это кто знает, как по-русски правильно? Киноварь или киноварь? В общем, киноварь. Это из классики Estée Lauder. Естественно, это новодел. Выглядит он вот так. В общем, это очень классный специевый аромат на осень. Если кому-то интересно, могу сделать отдельный его обзор. Если кто-то искал яркую, сочные такие вот пряности, то этот аромат отлично вам подойдет, послушайте его. Следующий аромат, который покажу, давнишний-давнишний, помню, в журналах была реклама, Кэтрин Зета-Джонс рекламировала этот аромат, это Elizabeth Arden Provocative Woman, посмотрите, какой прикольный у него флакон, мне всегда нравилась вот эта голограмма такая, в общем, вот такой флакон, симпатичный, и выглядит, если еще это, давай, вылезай, трудом вылезает. Выглядит этот флакон вот таким вот образом. Очень такой примитивный, простой стеклянный флакон. Ничего особенного. Вот так вот он выглядит. И это, кстати говоря, очень приятный аромат. Я должна сказать, что я не знаю, это может быть либо это сентименты, да, какие-то там вздохи по юности, либо это действительно так, но люксовые ароматы в начале 2000-х, в конце 90-х, как-то они мне кажутся более интересными, яркими, с характером, нежели современные. То есть мы можем пообщаться на эту тему в отдельном видео, кстати, если интересно. Что вы думаете, это так или нет? Или это просто действительно, знаете, такие вот ностальгии? Я не знаю, как, может быть, наши бабушки вспоминают Красную Москву, Клима и прочее, как эталон замечательности, а мы вот думаем об ароматах начала 2000-х, как о чем-то действительно очень прекрасном. В общем, вот такой Provocative Woman, я его купила в дисконтном магазине TJ Maxx, ну, слушайте, ну, меньше, чем, ну, я думаю, за $15 я его, наверное, взяла, так что так. Значит, еще один аромат, который появился у меня в коллекции, это Gucci Bloom Нетари де Фиори. Это у них цветочный нектар. Это третья рендиция этого аромата. Сначала был классический блум, потом был водянистый какой-то, аква де Фиори, мне кажется. А вот это Нетари де Фиори. Это очень такой яркий, немножко медовый цветочный аромат. Это конструкция современного цветочного аромата. Я считаю, что Gucci вперед пропедалировали моду на цветочные ароматы только в путь. И, кстати, если любопытно, тоже можно на тему современного цветочного аромата поговорить. Очень приятный этот аромат, он мне очень нравится. Вот на него я точно сделаю отдельное видео, потому что сейчас, конечно, он очень популярен, этот аромат. Хочется высказаться свою точку зрения по поводу этого аромата. Следующий аромат мне посоветовали многие. Это у нас Histoire de Parfum 1740, если не ошибаюсь, это Маркиз де Сад. Ноты здесь.
бергамот, давана, пачули, кориандр, кардамон, кедр, цистолабданум, береза, кожа, ваниль и бессмертник. Знаете, как мне очень понравились эти ноты, и как многие описали, что это очень классный аромат. И они действительно не обманули. Это такая тягучая... В общем, это очень красивый кожный аромат. Он похожий на седло, пропитанное, может быть, какими-то смолами, каким-то, может быть, даже алкоголем, табаком. В общем, это очень интересный аромат. Мне он очень понравился. Я тоже могу поделиться в дальнейшем своими мыслями по поводу этого аромата. Так, кстати, кто это? Маркиз де Сад или нет? Тут даже не сказано ничего. Написано: истории для прочтения на вашей коже. В общем, маркетинг работает на 5 с плюсом. И мне нравится, как всегда, вот эта такая геометрия из 60-х. Классный, классный аромат. И последний, про который я уже думаю достаточно давно, и наконец-то он мой. Ребятки, наконец-то он мой. Это Olfactive Studio, и аромат называется Lumière Blanche. Я его, знаете как, я его начала расковыривать и до конца не дорасковыряла. Думала, подожду до видео. Поэтому он у меня до конца не расковыренный. Мне очень понравилось. Здесь они вам дают очень красивую фотографию, вкладывают. И, собственно говоря, сам аромат. Lumière Blanche выглядит вот таким образом. Жидкость, кстати, какая-то такая бело-мутноватая. Это достаточно интересно, как так получилось. И этот аромат для меня один из самых лучших древесных ароматов. Как я уже, вы уже знаете, может быть, если смотрите мои видео, в последнее время древесными ароматами я очень сильно увлекаюсь, и я запишу видео, в котором расскажу о своей лучшей подборке древесных ароматов на мой вкус. Опять же, если вам будет интересно, дайте мне знать, ставьте лайки, чтобы я знала и понимала, о чем лучше снять для вас видео. Вот, собственно говоря, все мои новиночки. Также я заказала пробники большого количества нишевых ароматов, которые меня интересовали достаточно давно. Ко мне пришли пробники Рожа Дав. Я надеюсь, что он Рожа правильно произносится. Не знаю, это очень дорогие ароматы. Я купила набор пробников, вот, естественно, таких вот тестеров, пробников его Персидского залива коллекции. Я приобрела кое-какие пробники дома Петр Чернеки, который меня интересует достаточно давно. Это польский парфюмер. Ну и кое-какие нишевые новиночки тоже, пробники послушать. Обо всем этом тоже буду делать видео, так что ждите. Большое спасибо за просмотр, комментируйте, ставьте лайки. Не забудьте подписаться на мой канал и нажмите на колокольчик, чтобы знать, когда у меня выходит видео. Также не забудьте заглянуть на Инстаграм. И до встречи в следующем видео. Пока!